за 30 минут обстановка до матча. Ни освещения, ничего. Раньше было лучше, освещение было. А сейчас все. Еще бы стадион погасили. Народу мало. Ага, там, что там? Вот видите, как. Здесь пусто всегда, здесь сидели россельмашевские, бухали на лавочках до последнего, до начала матча. Никого сейчас нет. Бойкотируют. Активные фанаты бойкотируют, поэтому вот такая обстановка. Ну вот на подходе к стадиону. Где здесь? Здесь можно идти. Это дальше площади, мы разыграем эти подарки. Ну и, еще одно... Скоромашинский народный промысл продает. Мы создали интерактивный карту. А совсем недавно прибыла территория Чекинец. Ростов Арены, мне кажется, есть найти себя на карте Ростов-Арены. Вдруг внимание, там уже представление. А как уже, а чего закончилось? Что там, еще интересно? Полумазоны. Для того, чтобы мы могли подробно рассказать о том, да. Где результат приобретает? Пошли-ка, откроем посуду. Компания, команда Мегафон. Мы сегодня говорим о команде. Это только так. Как мы начинаем с развлечений? Я не знаю, если... Развлечения от Мегафона. На Ростов-Арену я просто, вы знаете, рекомендую попробовать себя и проверить свои силы в качестве футболиста, а не болельщика. Потому что специальный интерактивный мяч, который проверяет силу вашего удара, количество оборотов, которые мяч совершает при моменте удара. Это очень интересно. И да, абсолютно всем, кто наносит сегодня этот удар, мы вручаем специальный. Вот здесь такая инсталляция. Футбол, пошли пару раз щелкнем. Напишите, откуда вы. Майков, Зерноград, Волгодонск, Ростов, Батайск, Донбасс. Полно. Армянск, Крым, Сальск, Зерноград.